Да ты херово смотришь. Передний. Полетели, я смотрю. Вот за это я и люблю «Жигуль». Можно творить чудеса. Раз, раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Пожелай кто-нибудь участникам выиграть призы. На кофту. Что делится? Побед, эмоций и вернуться трезвыми домой. Те, кто уже зарегистрировался, у вас вот это время, вы еще можете поездить. С 5 часов, где-то с 10 минут 6, у каждого останется одна тестовая попытка, по кругу все проедетесь по очереди, и потом уже на результат. Мохито стоит, покупайте попкорн, мохито с сиропом, с лимоном, еще с чем-то есть. Желаю всем удачи, всем, кто не проехал, всем, кто не поедет, всем, кто поедет, показать наилучший результат.
получить как минимум первое место, как максимум третье. Ну и четвертое, пятое тоже считается. Удачи, ребят! Просьба отходить за линию, за ленту, по обочинам, за детишками своими, кто родители приехали, тоже смотрите. И пусть у нас с какого привода начнем, заднего или с переднего? Давайте с переднего. Подколодный Анатолий пусть готовится, может на старт подъезжать. За ним готовятся Нагорный, Демченко, Хохлов и Савкин. Вот у нас всего 5 участников на сегодняшний день по переднему приводу. Каждый из вас сейчас проедет пробный заезд не на время, но мы на всякий случай засечем, правильно, да, сказать? Засечем. Скажем ваше время, и следующий круг вы уже едете на результат. Давайте, готовьтесь. Готов побеждать? Конечно, готов. Голубая ласка, кто ты хочешь? А пока тестовый заезд, время за конуса, дотронулся конуса, плюс секунда ко времени. На тестовом заезде мы, конечно, этого делать не будем, когда уже будешь на результат ехать. Вот как раз парни приехали, которые будут следить за поездкой. Не могу слово другое подобрать. Поездка, трасса. Раз машиной перекрыл, у меня не ловит микрофон. Можете по очереди проехаться по разу. 6 человек у нас, по идее, должно быть. Франчишка, подойди, возьми белый маркер, поставь циферки себе на машине, на форточках. Коля, можешь ехать уже. Серега, сейчас подожди, мы секундомер включим, чтобы каждого время говорить. Старты у нас есть, желающие, кто хочет, давай. На велосипеде записаться? Я думаю, водители не оценят. Ну потом мы отъездим уже и вас запишем, когда темно будет. Конусов не касался, но мы, в принципе, пока не смотрим. Подъезжай ближе до конусов.
Слава, ты сейчас вообще стартуешь. Серега, ты засекаешь. Давай.
думали, будет сложно для многих водителей. Как это удалось? Еще не один конструктор. Минута 30. Минута 30, да, и 4. Ну, лишний раз он уже не поехал, либо очень быстро вернулся назад. Так. Давай авиарежим. Ребята нас манюхают, наверное, по поводу охраны, которые не поднимают. Сегодня искать будем все вместе, когда будем сидеть на дороге. Мы ответственности не несем, надо всем давать команду, чтобы это сделать. Пройдем по переднему приводу, потом пару конкурсов, если погода позволит. Подъезжай чуть-чуть ближе, так готов. Все, стой. Готов? Ты тоже готов сразу на результат, да? Молодец. Время у нас ехал на горный, да?
записали? Минута 18.04, консол и подвижник не касался, да? Сейчас мы, ребята, уже по рации уточним. Ничего не коснулся, минута 18.04. Пальчишка, Серега, ты стоишь за тобой. Так, можешь ложок подержать. Парень один раз всего сделал тестовый заезд и сразу же результат появился. Довольно времени. Минута 11.07. Штрафных тоже минусов не было, ничего не коснулся. 11.07. Так, какой номер подъехал? Третий. Демченко. Ай, блин, я не туда записал, извиняюсь. Сейчас глянем, на что девяточка способна. Интересно, меньше минуты сегодня у нас результат будет или нет? Самое интересное будет, когда начнутся заезды по заднему приводу. Все-таки задний привод, не передний. Минута 9.06. Пока что лучший результат. Это у нас был номер 3. Анатолий, первый номер. А первое место. Да? Готов? Вот так. Бензин закончил. Поддержим Анатолия. Никого не поддерживали, забыл сказать. Вот так. И флаг нам загомачил. Новый флаг в студию. Главное успеть, пока тучка не долетела, потому что я смотрю, там уже в стороне города лупит. Тридцать пятая секунда пошла. Thank you.
Ты же ему сделал, что он был, что он секундомерно, да. Он фальстарт сделал. Здесь спидометр тоже, конечно, можно. Здесь сбивают не только спидометры. Фарас. Минута сколько? 10:02. Пятый номер у нас. Савкин Данил, у вас 21:09. Так, у вас починил? Анатолий, с тебя новый флаг. Два. Штрафа еще ни одного нет. Или я сейчас накаркаю? Нет, не накаркал. Не хотят себе штрафы зарабатывать, а я вам музыку слушать не даю, потому что балабую. Минута 06:06. Лучший результат пока что. Я думаю, заслуживает аплодисментов. Это был Савкин Данил. Один участник остался. Вот так мы по быстренькому, по переднему приводу и прошлись. Потом пройдемся по заднему. Хохлов. Надей он убира. Хохлов есть или уехал? Судя по отсутствию участника, он уехал. Проведем по заднему приводу, потом скажем лучшие результаты. В принципе, из 5 человек тут немного. По заднему приводу на тестовый заезд подъезжает Роман Дремин, Opel Omega. Островерхий Сергей готовится. Ну, ты в последнюю очередь, наверное, да, проедешься? Тогда Рома Дремин на старт подъезжает. Островерхий, Коваленко Сергей, Лавриенко. Вьюхов Костя и Клепуненко Паша. У нас по заднему приводу 5 «Жигулей» и 1 «Опель». Интересные будут «Жигули». Сейчас ребята тестовый заезд делают каждый и потом на результат. Или в перерыве может конкурс какой-то, да, провести, или мы вообще по конкурсам сегодня собрались и забили. Давай, Ром, встань пока на старт, мы конкурс, наверное, один проведем. А потом уже заедешь. Заглуши пока, постой, поотдыхай. Макс, две трубочки, пожалуйста, можно? И два крепких паренька нам надо. Если есть желающие поучаствовать, двое, три пешей, пиво, если любите, подходите. Пиво и подарим. Один. Главное, не водители, что были. Ты участвовать будешь? Нет. Есть желающие или нет? Или мы сразу заезды устраиваем и черт с ним. Площадку обкатали и достаточно. Есть желающие, слышу, есть один человек. Кто будет? Еще один человек надо. Есть второй человек. 18 же есть обоим? Отлично. Держи трубочку. Становитесь. Ну, задача, я думаю, вам будет предельно понятна, да?
Встаньте вот так по краям стола. Один, например, тут стоит, тут там на углу. Как бы это херово не звучало, но придемте. Держи трубочку, чтоб я ее не трогал. Я колен не уберу, он не мой. Ой, это бензин, не уберу. Держи, открывай себе бутылочку. Давай. Спаиваем людей, клубов-то мы автолюбители. Блин, ну, зрителей-то можно, чтоб не скучали, они будут уже чувствовать себя веселее. Открываете и засовываете трубочку, и на счет раз, два, три, кто через такую трубочку диаметром 6 мм или даже меньше высосит вкусненькое пивко, получит пивко в подарок бельгийское и еще что-нибудь. Сами на стол. Сходите, можете в руках держать, но лучше на столе. Рукой можешь трубочку подправлять. Пусть пенится, мы стол выберем, ничего страшного. Давайте поддержим участников, ребята, на такой шаг. Если что, подвезите их домой потом кто-нибудь. Я в вас верю! Не подведите! Давайте, на старт, внимание, марш. Кто первый допил, поднимает бутылку и смотрим. Давайте похлопаем, они стараются молча тут. Вы бы видели, как это тяжело делается. У одного вытекает чуть-чуть. Ну. Не дуй, но хоть не через не дуй, а тяните, я подсказываю. Клапан вот хитро сделал. Советую тоже воспользоваться этим. Переливание бензина как происходит. Куда? Ребят, никто не поддерживает. Они будут долго так стоять. Давай, 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 давай! Твоя печень выдержит! А потом еще литрушечку Кугардена следом. Асприз, на бис надо быть. И не замерзайте сверху! И у него выпал. Ребята, старайтесь, я смотрю, вот участник, который как зовут, потом скажешь, как зовут. Повернулся чуть-чуть, хотел ответить. Меня зовут... Ну ничего, будет Роман пока что. Болеем за Романа. Роман, кстати, хрен поймешь, надо было этикеточку содрать, было бы ясней. Ром, если хочешь, можешь туда зайти. Ого-го! Ты куда вливаешь? Все, открытый телефон за собой. Пойдем, ты вливал, забей. Честно, все, встань. Нет, я не знаю, за этот конкурс предложил из организаторов. Но это зло, лучше бы лимоны жрали. Они толчка знают, как все. Тут дома, попей. Слышь, дядя Андрей зовут, нет? А так похож. Роман, как звали-то тебя? Стас, почти похоже. Молодец, Стас. Похлопайте Стасу, парень. Подойдите через 5 минут, мы грамоту тебе дадим. Получили, ребята, магнитики, давайте на конкурсах пока остановимся. Ты пацану печень надо убрать. Я думаю, на этом хватит. Ну надо же, как пиво вылилось, да? Было бы хуже. Ладно, с этими конкурсами мы закончим. Ребята сейчас поедутся. Затекать время ваше идет Валера, вот, затекатель. Рома Дымин на Опеле против пятерых тазоводов. Я не знаю, кого поддерживать, тазоводов или Рома. Задний привод уже смотреть интереснее. Ребят, с велосипедами, пожалуйста. На конкурс с алкоголем мы заканчиваем. Будем проводить добренькие напоминания сникерсов, шоколадочек, никаких напитков, тем более алкогольных. Минута 10:09.
это Рома Хрёмин был. А Серега Островерки, подойди, пожалуйста. Следующий у нас участник Сергей Коваленко, третий номер. Подъезжай на старт, можешь не выравниваться, это тестовый заезд. Это тестовый заезд, мы их не записываем. Ну, будет тестовый, зачеркнуть сверху, напишешь на результат. Это просто мы время ребятам говорим, чтобы они знали. Можешь стартовать, тогда тебе, в принципе, неудобно, нет. Когда флагом махнет, тогда созданет, чтобы мы засекли. Я в таких конкурсах не участвовал, поэтому все бы не разыгрывали, запрещается. Запрещается. Готов? Хочется не то что извиниться, мы сами не очень довольны, что приходится проводить мероприятия на площадке, но так сложились обстоятельства, что дорога возле КБК сейчас недоступна. А если и доступна, там все может очень быстро закончиться, и это нам сказали, так сказать, нет. Пока не найдем новый участок дороги вблизи Рубежного, заездов 402, к сожалению, не будет. Если кто-то знает, где-то может в лесах, возле заводов каких-то заброшенных, если вы широкий участок, нам сообщение группы, и обязательно приедем, посмотрим этот участок дороги. Серега, первую включай, есть. Чемпион! Минута 23. Время не записываем, ребята ездят в свое удовольствие. Готов? Сейчас жди, пока Александр тебе флажком махнет. Вот этот стартанул уже начало многообещающее. А в прошлый раз у него была похожая ошибочка. Но я думаю, не стоит похлопать, когда он на финиш приедет или даже сейчас. Старается парень. Боже, бедная резина. Под эту песню, наверное, многие подъездили. Со времени у нас минута 12 и 2. Мы не записываем, в очередь становишься, скоро поедешь. Серега, ты тестовый или нет? Тестовый. Надо было ехать. Благодаря которой мы эту трассу, в принципе, и обкатывали эту траекторию. Должен показывать лучший результат, но мы не будем говорить, почему Сергей плохо ездил в тот день. У него на колесах эти надпись. Красава. Но времени 40 секунды идет. Если не пойдет дождик, как стемнеет, у нас еще будет небольшая шоу-программа. Называть не будем, но кто был у нас на мероприятии, то есть я напомню.
многим понравится, главное, что вы знаете. Я думаю, вы уже, в принципе, добираетесь так. Ребята, отъезжайте, парень сейчас будет ехать на финиш. Отъедьте, можно. Так, ну результат уже, да, у нас начинают по заезду. Давайте по порядку начнем. Первый у нас Рома Дремин. Поддержим Романа. Тихо как-то поддержали, ну вы чё. Вот, девки уже кричат. Хорошо, если выиграешь, кричим громче. Рома, на результат. Плохо пускается, стартует. Поддержали, друзья, и это самое главное, тебе похлопали. У нас, к сожалению, номинации нет, самый неспешный участник, но мы тебя обязательно напечатаем.
Серега с проверки, один из наших организаторов, поддержим парень, благодаря которому у нас есть свет, у нас есть где-то трасса. Света у нас нет. Света у нас нет. Магазин «Свет Плюс», кстати, рекламку проводит. Предоставил и призы на лавочке магазин, находится в лавочке. Он отрыляет. Пятнадцатая секунда сна вторую минуту. Минута 18:04. На результат у Сереги заезд. Далее у нас четвертый номер стоит Корнев. Правильно назвал фамилию? Вот тебя поддерживают товарищи, они знают, что ты сейчас покажешь. Поднимай ближе, поднимай полосину, правильно. Это Корнев. Корнев. А где-то я не знаю, что это за время. Да, смотри, да.
Я
две машины, просьба, не ездим, давайте соблюдать безопасность. Пока одна не отъездила, вторая не заезжает. Ваши машины, ваши деньги не сидят. Да и нам тоже стрёмно. Давай перейдем, давай. Давай, у народа, хорошо.
определенно никто не слышит. Четыре крепких парня, я думаю, смотря на канат, решили подачу поняли. Есть четыре крепких паренька, желающих выиграть, что там выиграть, вкусное, четверо надо. Вот первый, второй, третий, не знаю, руками ножницы бумага сделаете что-нибудь. Все, делитесь на команды. Если ты один против... Серьезно? Вы? Итак, ребят, поддержите парня. Сам против троих. Сказал, я могу. Лазите нормально? Стой, не тяните пока. Вам дотянуть до этого конуса ленточку, тебе до этого. Поддержим парней! Спасибо. Готовы? Не тяните, расслабьтесь. Нет, я думаю, стоит начать заново. Потому что силы несправедливы. Давайте одного человека, желающего помочь. Есть. Это молодец, я лучше думаю. Расслабьте руки, не тяните. Да, расслабьте руки, сейчас вытягивайте. Три, не тяни, расслабились. Два, один. Подержите, ребят! Вот это уже силы справедливо. Кроссовки плохие, ребята, взяли. Съедает. Ну все-таки большинство побеждает, а вы далеко не уходите, ребят. Подойдите тоже к столику. Давайте подойдете сейчас, подходите сейчас. Ромчик, забери трос, пожалуйста. Он не порвался, по-моему. Руки не порезали? Молодцы, ну, как мы сейчас не позаботились. Так. Вы победители. Два. Три. Вот был один, я думаю, самый крепкий парень его получит, потому что он рыжулка, мы все знаем, что делает. Победители, еще один участник, который участвовал, вы далеко не уходите, тебе что же надо? У нас, как всегда, думали дарить одно, начинаем дарить совсем другое, то, что под руку попадется. Кстати, пиво я не буду больше дарить, не понимаю. Держи, фитнес-батончики передаю силу и всего. Победители сейчас стоите тут трое, кто выиграли, сюда вернитесь. А будет это? Нет, ладно, не понимаю, знаешь. Валиненко, подойди сюда, пожалуйста, надо твои инициалы знать. Приезжать нормально, пожать результат. ВВ уже выбил другой человек. Я чек делал. Вот, блядь, что это за чувак? Ситуация, я вам дадим. Валиненко, подойди, давай пока Валиненко подходит, ребята, за... Были вопросы, корпус у нас, господина, потянулся. Петли. Потянулся, и рваны. Хотите, выйти после, хорошо, поможете. Подождите,
Понятно, мы уже такое проводили на 402. Ребята в прошлый раз ездили передом, спасибо большое, и останавливались перед препятствием. В данный момент это у нас бутылка Фанты. Задом ехать сложнее, они не видят бутылку ни в зеркала, ни в окна. Как махнем флагом, участник стартует. Рулеточку поднесли и меряем. Возьмите кто-то в флаг старт дать. Задом поедет? Да, он поедет задом, поэтому просьба тут. Рулетка едет, да? Да, рулетку дали. Где наш флаг? Условие одно, если он раз остановился, результат уже будет считаться вот отсюда. То есть где стал, там я уже рукой буду махать. Все правильно, ты правильно участвовал. Запоминай расстояние. Не-не, отцен. Да.
Читаем с первого раза имя Серега. Есть записывать? Сергей, 138 сантиметров. Отъезжай в сторону, следующий участник сейчас поедет. Паркуйся. Сергей, 138. Живуль следующий. Серега махнет. Нам скорость не важна, время не важно. Просто разница от прошлого конкурса поменялась в том, что надо ехать задом. Сто семь на 31 сантиметр ближе подъехал. Имя Вьюхов. Вьюхов, напиши Вьюхов 107. Девки сразу после мероприятия побегут к пацанам. И все же знают суть конкурса. 107, 138. Следующий участник. Готов? Едет. Валера, отойди лучше. Все. Давайте ради интереса. Вот такой. Победитель! Отъезжай в сторону. Имя Дима, да, по-моему? Денис, помнишь, он АД? 228? 229. Денис. Готов, слышим. О! Да ладно, но ты ее коснулся, братан. Я-то на глаз вижу, что тут сантиметр остался, но она пошаталась. Ты хитрый. Но не упала, коснулся, но не упала. Я не знаю, чемпион. 4 сантиметра. 4 сантиметра, Паша! Остановился перед бутылкой на расстоянии 3 сантиметров, то зрители начинают думать гадости. Анатолий, да, у нас там? Есть, Толя, есть! Мог и мимо проехать. Пятьдесят два. Нормально, для пацана это нормально. Это даже более чем. Еще один участник. Вот сразу желающих. Лучше бы столько на заезды подъезжали. Готов? Ну, едет, значит, готов. Ты даже флага бы не махал, да? Вот так. Я не знаю, что тут делать. Красава! Серег, понимаешь, у тебя просто бампер выше. Если бы он был ниже, то бутылка упала. А так она стоит под бампером просто. Я думаю, ну не стоит засчитывать, да? В минус? В минус? Можно в минус? Стой! Не едь ты! А как в минус считать? Есть. Ну ты молодец, ты хитро сделал. Бампер знал, наверное, что мы этот конкурс будем проводить, да? Грамоты надо, самый хитрый участник. Что-то страшно, стоять он удивляется. Целится в бутылку. И...
95 Панчишка Сергей. Уже, в принципе, и победитель ясен. 95. Ну, поощрительное ж надо будет дать за второе, третье место, поэтому ждем, пока доедут остальные. Нормально. Серега вообще бутылку под машину хотел засунуть. 220 нет, значит хорошо. 178. А, еще один участник. Сколько у вас? Какой интересный конкурс придумали. Есть, есть, смелей. Вот он, чемпион! Мужик! Молодец, все хлопают, красавчик! Вот так, 394! Все, желающих нет, поэтому сейчас все. Можете дальше покататься, только по одной машине. Просьба, ребят, соблюдайте дистанцию, безопасность от зрителей подальше и катайтесь по одному. Лучше в очередь становитесь и по очереди выезжайте, если просто хотите тут резину свою поубивать. Так, первое место, конкурс у нас, как это там назывался, лучший тормоз или что-то такое. О, я вообще не знаю, что вы меня на это дело берете. Видишь, ты, короче, и там, и тут, и тут. Нет у нас такого конкурса в списке. Здорово. Но призы есть все равно. Нет, грамота точно была. Я думаю, если кто-то видит, где Павел, который на 4 сантиметра остановился от бутылки? Подходи. Коврик липкий для телефона, чтобы моя резина была на полном месте. Я всегда останавливался перед чужими автомобилями вовремя. Наклеечка, магнитик, молодец. Но грамоты нет, я думал, конкурс этот есть в списке. Похлопаем! Так. Орик! 52 сантиметра. Я ни разу так друзей не звал. Подколотный. Иди сюда. Держите, пахучечка. Типа стандартов магнитики наклеить. Молодец, 52 сантиметра, похлопаем Толику. Сейчас еще грамоту надо за заезд. А, я вспомнил за этот конкурс-то. Первое место, подойди, я ж не зря знал, что этот приз лежит. Знак аварийной остановки. Я на него глянул и вспомнил за конкурс за этот. Теперь все остановятся вовремя перед тобой. Я думаю, что это у нас такое? Франчишка Сергей, 95 сантиметров. Подскочи. Помнится мне, 95 сантиметров у тебя результат был. Держи. Магнитик, наклейка, молодец. Спасибо за участие. Далее, что мы вообще хотим провести далее? Наверное, наградить победителей за заезды на время. Давайте будем по очереди называть.
все. Давай, я вот здесь продолжу снимать. Камера замечательная. Савкин Данил. Подойди, пожалуйста. Нет, не Савкин, не Савкин, я пошутил. Завалировать ужасно никто не будет. Владельцев заднеприводных автомобилей награждаем. Лавренко Александр занимает третье место в заездах. Подойди, пожалуйста, ВАЗ 2101. Подойди, получишь. Лавренко Александр. Похлопаем, вот он идет. Третье место занял. Медаль у нас уже получал, и давай оденем. Держи магнит. Кубка, к сожалению, нет. Держи грамоту. Держи флажок. Поздравляем, похлопаем. Далее. Второе место. Крёмин Роман. Очередная грамота тебе на столик и в горах. Второе место занимает Крёмин Роман. Вот я не за красный катался. Думаю, помните. Видим, вот он. Похлопаем Роме. Дайте, пожалуйста, медаль за второе место. Деньги. Вот, держи, одевай медаль уже. Какая по счету? Четвертая медаль по счету у человека. Грамота. Автопластилин надо? Нечего замазывать. Найдем что-то другое. О, кружка с оленями надо? О, кружка с оленями. У нас призы, ну, не можем мы все время скооперироваться и правильные призы людям дать. Там прячешь. Я помню, Ромке нравилась вот эта штука. Кружку с оленями надо? Ей можно пользоваться, только с визиткой. Она без визитки не надо. Светить будешь. И еще, еще, еще. Второе место. Хочется побольше всего дать, а мало призов. Закончились. Давай я на велосипед не буду ебашить, и ты будешь меня снимать. Держи, будет пахнуть тебя в машине. Похлопаем, Роме, молодец. Да не буду. Первое место. Нюхов Константин. На шестерочке зеленой, который тут дрифтил по кругу. Первое место в Нюхов Костя. Поддержим, молодец, парень. Получает грамоту. Какая грамота и медаль по счету? Третья, за первое место. Красавчик, призор, призор. Это, кубки напомните, за задний привод какие? Вот этот? Этот? Он сразу тебе с медалькой достается, с автомобилем, может... А потом из 4 часов получится достается. Нас может когда-то на Альфе, я такой плавный. Покажешь, как надо. Ютуб банит, как только видишь твое лицо. Меня Ютуб, как только видит, он сразу краснеет. Автопластилин для жизни пригодится. Произведение запрещено. Фонарик хороший тоже пригодится. По времени мы не напомнили, это просто правда, не расчетили, мы правы. Вот так прикрой, короче, вот здесь. Тряпочка. Алексей, снимай. Иди бензин себе заливай. Я видео снимаю, а я забыл, что за первые места у нас бензин. Зальешь, канистру верни. Похлопаем! Молодец! Передний привод. Со второго места начинаем. Первое у нас Демченко Валерий, да? Правильно назвал? Второе место Демченко Валерий, ВАЗ 2109. Подходи. Ребята, которые получили первое, второе, третье место по заднему приводу, подойдите, я забыл вам дать магнитики. Верните нормальные, ой, не нормальные, а... Верните обычные, мы вам дадим именные с датой и местом призовым. Демченко, ты держи грамоту, похлопаем. Второе место, Демченко Валерий. Третье место, медалечка обязательно. Ты первый раз, да? А, второе у тебя, слышишь, извини, Бруно.
Так, сразу забыть за магнитик нужный. Это у тебя тренинг, да, Трио? Вот он. Начинает собирать на холодильнике в рядочек, как парни у нас уже ноги начали завешивать. Похрустал, все. Похлопаем, молодец. Первое место. Савкин Данил. Первое место, Савкин Данил, и тишина такая. Ну, похлопайте, парни, молодец. Первое место. Передний привод. Время не помним, уже листики потеряли. За первое место. Вот такой тебе фор, кубок, медалечка. Поставишь в гараже, будешь смотреть. Гордиться. Первое место. Магнитик еще даем. Передний привод, да? Магнит, передний привод. Да, сейчас вам поменяем магнит. А, и бензин. Бензин, Валеры, пройдите вместе, давай сейчас бумажки подержу. Зальешь бензин и канистрочку на назад. Ребят, извините, что не в талонах. Мы хотели купить в талонах на Воге или на Проверии, как в прошлый раз брали, но они сказали, что продают только с понедельника по пятницу талоны. Мы ездили, к сожалению, уже в субботу. Так, я тебе руку жму, люди похлопайте за первое место, парня, молодец. Призы дали, бензин сейчас нальешь. Магнит дал, все. Третье место у нас. Толик Подколодный, подойди сюда. У нас тут с третьим местом беда. Ты можешь уже идти заливать, вот возле газельки подожди, сейчас Валера бензин принесет. Толя третье место занимает, получает медалечку. Похлопаем Толе, это приора, которая не пропускает ни одного мероприятия нашего. За третье место магнитик ему достается. И за грамоту я тебе сейчас на ушко расскажу. Я объясню всем ситуацию, чтобы не думали, что мы человека грамотно отделили. Мы фамилии просто перепутали, написали другую фамилию. Поэтому перепечатаем грамоту, я Толику вынесу. Магнитик есть? Магнитик есть. Это с местом? За первое место, занял привод. Вот, держи, вешай. Я горжусь тобой, я за тебя болею каждый раз. Второе место, задний привод, магнитик, помоги забей. И все равно друг за другом ездят, так в мысли. Всем все равно включили вроде бы, да? Можно дальше конкурсы провести. Надо водителям, которые ездили, Серег, как мы сделаем фонарики твои фирменные с магазина? Все понял. Водителям самым эффектным сейчас все раздадим. А ты участвовал? Так, участники, которые ездили, надо же вам пораздавать фонарики со Свет Плюса. Ну, главное, чтобы вы в этот магазин ходили. Фонарики крутые. Только вам покажется сначала, что он не работает, но это не так. Там внутри надо пластмасочку вытащить, чтобы оно работало. Люди... А, у тебя есть уже! Хитрый. Надо тогда просто водителям раздать, которые участвовали. Он... «Кто хочу» кричит. Сережа Коваленко. Участвовал. Молодец. На брелок вешай. Красненький. А ты... А, я понял, что это. Ты ровно девушка. Держи. Толик, у тебя фонарик есть? Не дам. Ребята, которые ездили, всем сейчас дадим фонарики. Я не слышу ничего. За рулем нет? Держи. Уже все, что осталось, ходим. Держи фонарь. Будешь светить папе в глаза. Сейчас еще фонарики раздадим. Все, что осталось. Так приятно ходить, раздавать то, что покупал. Ну, у Сереги пока тренировка проходит на следующее мероприятие. Давай, Макс, со мной. Я вижу, кричит, хочет фонарик. На гонках участвовал в прошлые разы, в этот раз не выехал.
Визитку отцеплять нельзя, без визитки не работает. Фонарик с визиткой. Пользуйтесь, свидетель. Я думаю, можно еще пару конкурсов провести, если у нас призы вообще расставить. Наверное, нас всего уже расставим. Вы, как-то, довольны остались, нам самое главное, чтобы вы довольны были. И молчат. По всей площадке. Самый эффектный, подойди к нам, который конус зацепил и тащил его через всю площадку. Тебя вот видишь, как поддерживают. Это ты, да? Сейчас я грамоту подпишем за номинацию. А я пока постараюсь вспомнить, что у нас еще за конкурсы есть, что мы не успели провести. Наверное, с вечерним шоу мы не успеваем, что планировали. Тебе тоже 10 лет.
тоже 10 лет. Тебя как зовут? Ксюша и Полина. Суть задачи рассказываю. Есть листик с автомобильными знаками, вот проверим, как дочки автолюбителей знают знаки. Спрашивать я буду по отдельности. Сначала у одной спросим знаки, чтобы вторая не подслушивала. Сначала у Полины узнаем, потом узнаем у Ксюши. И давай, иди сюда с Валерой, потому что парни не будут подсказывать 100%. Ты знаки автомобилей знаешь? Немного знаешь, да? Отходите, ребят, давайте, отходите, будете тут еще нам. Открыть. Конечно. Полина, мы задали раз. Полине задали 5 знаков из 5 на 1 ответила, но один Хотя подожди, не подходи, может еще Ксюша ничего не ответит, что по машинам. Надо проверить, Ксюша. Знаете, знаешь автомобиль? Папа учит. Сейчас проверим. Поддержим Ксюшу и Полину поддержим. Это он точно может, давай, а? Давай с первого начнем с этого. Это он точно, дядя мордатый. Нет, дядя мордатый. Тия это не Тил, а давай вот этот. Попалось. Нет. Давай вот этот. Нет. Подождите. Давай попроще что-нибудь, давай вот это. Вечернее шоу отменяется, в смысле, фара нам не нужно? Давай. Нам нужен. Сейчас я какой-нибудь такой вот это. Нет. Девочки, я молодцы. Послушайте, девочка, подумай на ответу, но они все равно. Подожди. Девочки все равно, несмотря на то, что им по 10 лет. Полина знает, ПМБ, любой ребенок знает. А Ксюша знает у нас какую марку? Тойоту. Папа на Тойоте ездит. Так, по подаркам, девчонки. Держите шоколадочку. Можете вдвоем лучше знакомитесь. Ну, извините, девчонки, у нас одна осталась. Помогите, пожалуйста, вам. Пошли. Достаньте папу. Держите, помогите. Держи. Хорошо. Девочки старались, участвовали. Держите по полку. Здорово, у нас не так много конкурсов, мы поняли, что вы хотите участвовать, мы об этом обязательно на следующее мероприятие позаботимся. И Дэн Калинка. Дэн, попкорн Денис. Давай мы сейчас пойдем на далеко не отходить, мы уже все учили, а теперь сейчас попкорн будет, большую банку. Будешь кушать? Тебе мама разрешает попкорн есть? Хорошо. Все провели, у нас тут быстро все прошло, гоняться здесь негде, поэтому спасибо, что приехали. Нам приятно, что в первый раз тут столько людей собралось. Ну, как-то так, например, благодарим. Будем ждать вас на следующее мероприятие, спасибо. Давай еще погоняем!
пешеходы. Мы сортируем по размеру, радиусу. Ребят, это серьезно? Особенно с хорошим треком. Блин, ну это что-то похоже на 16, да. Твои статы, где на тебе? Пойдешь тебе такой продавец?